Добрый день, меня зовут Ольга, я из Санкт-Петербурга. Я хотела сказать, что моя сестра в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь, но она активистка политическая, она пресс-секретарь обороны Санкт-Петербурга. И мы с ней 31 апреля были на стратегии 31, то есть несколько месяцев назад. Нас забрали, мы были 24 часа, мы были в участке на Петроградской стороне. Мы не пили, не жрали. Нам никто не дал ни стакана воды. И, значит, протоколы были составлены совершенно, ну, как бы, там ничего такого не было, чтобы мы сделали. Мы их не подписали. Через сутки нас отвезли в суд. Нам всем дали штрафы. Мы их не заплатили, но, в общем, всем дали по 1000 рублей штрафа. И я хочу сказать, что мы здесь приходим, мы ничем не рискуем. Мы не герои, ей-богу. Мы не приходим манифестовать. Здесь страна гражданского права. Мы можем прийти, сказать, что мы хотим. Мы ничем не рискуем. Но люди, которые сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах России, выходят на свой риск выражать свое мнение, вот, вот где героизм и смелость. И, ей-богу, здесь нам, мы должны их поддержать, мне кажется. И мы должны, мы с ними. Мы должны их поддержать. Мы должны их поддержать. Это наш дом. Здесь мы более-менее прилично живем, и мы живем, ничем не рискуя. Вот это главное. Вот. И я всех призываю поддерживать наших сограждан, как-то это делать нашими силами, выходить, как сейчас, или как-то распространять информацию, ну, в общем, что-то делать, быть активным. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Все хорошо.